Сюнил Р. Шах и Imperial Entertainment представляют. Всем привет, ребят! И на канале Видеокидс из 90-х продолжается распаковочка на тему PlayStation. Ребята, приобрел я, значит, вот такой здоровенный комбайн от фирмы PlayStation. Sony PlayStation. И тестить, ребята, мы будем, как и обещал в предыдущем видео, затестим один из нас, Бог войны и Геркулес. Ну что ж, пару слов об этой посылочке. Кстати, в названии видосика будет использоваться слово комбайн. Значит, приобрел эту я посылочку на Авито за 8 косарей. Ну, естественно, плюс доставочка. Ребята, и что самое главное, посылку, как обычно, я вскрыл, потому что все было упаковано, как говорится, через жопу. Просил продавца упаковать хорошо. И как обычно, в предыдущем видео PlayStation Super Slim упаковали только... И упаковали и засунули в пакет от Boxberry, и все. И здесь, ребята, точно так же все сделали. Еще до кучи коробку с двух сторон обвернули скотчем, так сказать, крест-накрест. Я когда при получении, так сказать, вскрыл посылочку, я охерел. Думаю, ни хрена себе, нахрена, написал же для коллекции, нахрена, блядь, заматывать коробку скотчем. Домой приехал по-быстрому и начал феном отогревать скотч. Ну, отклеивать, так сказать. На все у меня ушло где-то полтора часа. Ну и все. Естественно, я не удержался. Достал с упаковки коробочку. Достал содержимое. Блядь, думаю, засада, вот херня. И не нашел там сетевого кабеля. Списываюсь с продавцом. Так и так, мол. А где, говорю, сетевой кабель для подключения? Она говорит, типа, все положили, все должно быть на месте. Я говорю, да ни хрена-то подобного. Такой здоровый, огроменный кабель я бы не мог пропустить, не заметить. Ну и ничего, она молчит, я пишу, ну, как если сетевого кабеля нету, говорю, а как вы это вообще проверяли, работает она или нет? Ну и в ответ я, естественно, ничего не получил. Сейчас мы все распакуем и узнаем вообще, работает она или нет. Вообще даже включается, загорается ли индикатор. Кстати, сейчас покажу вам сетевой кабель. Взял у Илюхи, у коллекционера. Он, кстати, ищет себе внутрянку от коробки для PlayStation Fat 3. У кого есть, ребята, продайте ему по символической цене. Ну, напишите мне в комментариях, там спишемся и уже, как бы сказать, договоримся. Сейчас покажу кабель, как он выглядит. Оригинальный сетевой кабель для PlayStation 3 Fat. Вот так вот, ребят, выглядит оригинальный сетевой кабель. Он, сказать, он такой еще здоровый, сам по себе здоровый, мощный, но при этом же он и мягкий. Но, сразу скажу, камера не передаст этого, телефончик. Кабель не чисто черный, он с серым оттеночком. Самое, что интересное, главное, вилочка круглая. Не как у системника, у блока, ну, у компа она квадратная, то бишь. Здесь она круглая вилочка. Это мне, так сказать, я попросил у Люхи, взял для теста этого комбайна. Ну, уже догадались, естественно, что же там внутри. Сейчас мы распакуем и увидим, что вообще там находится. Ну, естественно, я уже посмотрел, но сразу говорю, что я ее еще не включал. Хотя мог ее включить, взять сетевой кабель от системника и воткнуть. Ну, ребята, это я специально оставил для вас, чтобы, так сказать, получить все эмоции, радость, а может, разочарование. Вот такие пирожки. Сейчас мы что, скрываем посылочку, разглядываем коробочку, облизываем все со всех сторон, подключаем, врубаем, все устанавливаем, обновляем и будем тестить. Ну, естественно, ребят, этот видосик у меня займет 2 вечера, как с предыдущим видео с PlayStation Super Slim. Ну, для вас это всего лишь может час, а может и поменьше, минут 30-40. Давайте, вскрываем коробочку. Значит, что самое главное, приобрел эту я, так скажем,
посылочку, потому что раньше у меня была такая штукенция. Пока не буду говорить, что, чтобы, так сказать, держать интригу. Была она у меня раньше, но сгорела. Ну, по причине своего незнания, что это будет очень, так сказать, редкая вещица, я ее продал как на запчасти. И все. А потом думаю, ни хрена, думаю, вот я лошара-то нахуя ее продал? Можно было же потом отремонтировать. Ну, продавал я, потому что с такой целью появилась PlayStation 4, и надо было покупать PlayStation 4. Вот такая, ребята, коробочка. И что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем кверх ногами Blu-ray диск. Сейчас перевернем коробочку, достанем из пакетика. Чик. Так, вот так вот. Так, трах-тибидок, сим, балабим, балим, бим, бум. PlayStation 3 FAT. Ребята, PlayStation 3 FAT. Комбайн, так сказать. PlayStation 3 FAT комбайн с обратной связью, так сказать, читает первую, вторую и, естественно, третью PlayStation диски оригинал. Плюс, ребята, флешечки, хуешечки. Вот такая, ребята, крутая штука. Досталась мне за 8 косарей. Но вопрос в том, работает она или нет. Вот это самое главное. Как мы все знаем, что у этих приставочек, у фаточек, болезнь есть. Желтый огонь смерти, как его называют. Ну что ж, давайте, так сказать, разглядим коробочку со всех сторон, потому что приставочка тяжелая и крутить, вертеть ее неудобно будет. Так вот взял телефончик, чтобы вам все получше показать, всю коробочку. Здесь мы наблюдаем циферки, логотипы, штрих-коды и, ребята, вот так... Так, вот такой, говорю, что вот такой, блядь, опять начинаю троить. Вот такая вот у нас комплектность должна быть. Так, читать через камеру неудобно. Так, Sony PlayStation 3. Одна штука, беспроводной контроллер Siaxis. Одна штука, шнур питания 1, кабель AV1, кабель интернетовский, должен еще быть в натуре. Блять, у меня же где-то, ребята, валяется интернетовский кабель от PlayStation 3. От моей фатки, он такой толстый, черный. Надо его найти. Кабель USB, не помню. И печатный материал, один комплект. Вот это хорошо помню, что печатные материалы, внутрянка, два джойстика. Ну, естественно, бананчики и зарядка для джойстиков должна быть в комплекте. И два диска. Бог войны и футбик. Блять, а где вот у меня вот черный кабель-то? Сейчас, ребята, буду искать, а потом будем продолжать снимать видосик. Ребят, нашел, вроде бы он. Хоть что-то осталось от моей фаточки. Вот смотрите, вот такой кабель, вот здесь вот такая надпись, блять. Не фокусируйся давай. Вроде бы этот кабель. Кто, ребята, в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Кабель, блядь, чуть не уронил. Кабель, сразу скажу, толстый, черный такой, черный, с серым оттенком тоже, не знаю, видно вам, передает эта фишечка, но длиной где-то 2 метра с небольшим. Вот такой здоровый, охеренный кабель. Я рад, ребята, что он даже сохранился, я вообще в ахере, можно сказать. Вот вообще, блядь. Ну, самое главное, чтобы сейчас приставочка у нас работала. И чтоб все было огненно. Ладно, это в стороночку. Ну что ж, давайте разместим коробочку нашу поудобней. И рассмотрим ее со всех сторон, так сказать. Достанем с подставочки и наблюдаем. Что мы наблюдаем? 60 гигабайт, ребята. PlayStation 3. Sony. Как повторяюсь, ребята, что это плоечка с обратной связью, как выразиться, даже не знаю, с флешками, хуэшками, жрет все, что попало, блядь. 60 гигабайт. Так, Blu-ray, DVD, диски, Dolby Digital, Dolby DTS, Wi-Fi, Bluetooth,
HDMI, USB, SD, CF, Java, Sony Computer. Так, 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 где у нас номер модельки-то, не вижу. Ребята, подскажите, пожалуйста, мне. Так, вот с обратной стороны вот так все боковинка выглядит. Ну, ребята, коробочка у нас на 3 с минусом. Естественно, сейчас мы ее посмотрим поближе. Все, я сделаю подсъемчики, фоточки, чтобы выслать ребятам похвастаться. Все это вставлю в видосики, посмотрите поближе, поинтереснее вам будет, так сказать. Логотип PlayStation, ребята, вообще я в ахере от этого логотипа PlayStation. Вот, вот мне нравится, вот на первой вообще самая крутая заставка для меня. Кому, ребята, нравится, пишем в комментариях, кому какая заставочка от PlayStation заходит. 60 гигабайт, Blu-ray диск. Вот она, наша красавица. Наблюдаем здесь USB-шки. Здесь только 3 показано, но на самом деле их 4. Потому что приставочка не во весь, так сказать, рост. Так, PlayStation 3. Так, так, 7 килограмм, 60 гигабайт. Ну какая у нас модель-то, блядь? Не вижу. Sony Computer Entertainment. Сейчас, ребята, найду на коробочке модель, где указано, и покажу вам. Во, нашел модель. Так, SESHS08. Вот такая, ребята, моделька RU3. Ну, вот коробочка вот такая, чуть-чуть подуставшая. Так, ну что ж, давайте приступим к вскрытию и посмотрим, что же у нас там вообще в коробочке находится. Так, поставим поудобнее, чтобы было все вам видно. И наблюдаем, ребят. Чик, скрываем. Скрываем. Здесь надо это, музончик наложить такой от терминатора. Я так думаю. Ну да, музончик будет, скорее всего, наложим, когда сделаем подсъемы, там фоточки, ну, чтобы все было красиво. Так, ну, в первую очередь, что же мы с ним наблюдаем? Sony, джойстик от Sony, ребята. Sony, так. C-Axis DualShock 3. Это, ребята, джойстик с вибрацией. Так, а, кстати, что у нас? Так, 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 Sony, Sony R, ребят, если R-ка в кружочке большая, значит что? Значит, джойстик оригинальный, как говорит Илюха, ретро-коллекционер, он, кстати, у нас этот, Sony Boy, он спец по Sony, все знает о Sony, кстати, он меня подсадил на это, Sony, все, блин, сейчас я покупаю тоже Sony. Илюха, привет, ставь лакос. Так, джойстик, что у нас? Пока разряженный. Ну, какой-то он довольно легенький, мне кажется. Так, второй джойстик у нас. Во, второй джойстик родной. Вот, то бишь, от этой приставки. Просто, как видим, что без DualShock 3, просто C-Axis. Нет, хотя этот полегче, а этот потяжелее. Этот, видать, ну, не видать, а так оно и есть с вибрацией, потому что этот намного легче. Так. Щелчки все хорошие, кнопочки все мягонько нажимается. Джойстик, блядь, требует чистки. Подзалипает кнопочка PlayStation. Так, и что у нас здесь? Sony R. Wireless Controller. R-ка большая, как сказал Илюха. Джойстик оригинал. Ну, видим, что джойстик, да, поюзанный. То бишь от этой приставки поигранной, даже здесь вот какие-то царапки имеются. Ну, придется почистить, протереть. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы приставочка запустилась, включилась и работала. Потому что у этих приставочек болезнь. Огонь смерти. Вот такая, ребята, родная упаковочка есть. Эту приставочку надо будет обвернуть потом. Ну, естественно, потом, когда уже наиграемся. Так. Вот такие вот два провода.
USB-шных для зарядки джойстиков. Какой из них, так сказать, правильно это выразится, не оригинальный, а родной, который шел с этой приставочкой, с этими джойстиками, ребята, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Потому что я без понятий. Потому что джойстик шел один, так сказать, в комплекте, значит и провод должен быть один. А какой из них родной, так сказать, из этой коробки, с магазина, я без понятия. Напишите мне. Вот у них есть различия, вот, по USB-шкам. Вот такие они разненькие. И вот с этого конца тоже отличия есть. Так, дальше у нас что? Что у нас в пакетике здесь? Здесь в пакетике, видать, что-то было раньше. Видать, оригинальный пакетик, который шел при покупке этой приставки. Это все в сторонку. Так, здесь что у нас? Да, бля, чуть опять не уронил. Здесь еще один пакетик. Тоже какой-то оригинальный. Это очень хорошо. Так, 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 здесь пусто. Здесь у нас, так, там наблюдаем приставочка, провода. И два дисочка, как было указано в объявлении. Бог войны и футбик. Бог войны, ребята. Платиум. Я даже с продавцом не переписывался и не спрашивал. Полнокомплектный диск, полнокомплектный. Сразу рванул, как, ну, как в двух словах, спросил рабочие, да, сказали рабочие, а потом уже начал выяснять, почему провода нету. Потому что за такой ценник, ребята, это даром, если она рабочая. Это вообще даром, блядь. Даром, блядь. Ну, давайте вскрываем дисочки, смотрим, есть ли там мануал и состояние диска. Есть. God of War. Бог войны, третья часть. Heavy Rain. Естественно, мы этот дисочек тоже затестим. Футбик не будем, футбик не мое. Мануальчик черно-белый, да, кстати, как в этом, как на PlayStation 2 тоже. Мануальчик черно-белый, хотя бы хер знает, почему мануальчик черно-белый, когда игрушка такая охеренная и культовая, можно сказать, охеренно культовая. Так, состояние диска у нас. Состояние диска на пятерочку с минусом. Небольшие царапки, коцки есть, но это незначительно. Незначительно, ребят, повторяюсь. Так, дальше у нас PS3 футбик 2012 Konami. Открываем. Опля, бонус, ребята, бонус. И что у нас здесь? Тш, ох ты, нифига себе. Call of Duty, третья часть, PlayStation 3, Activision Games. Охеренный. О, подгончик. Вот это да. Ну, здесь уже имеются царапки какие-то. То есть состояние на четверочку с минусом, либо на троечку с плюсом. Давайте это посмотрим. Просто мне это не интересен, этот футбик. Кому, ребята, кстати, футбик интересен, могу поменяться. Ну, тоже, естественно, на PlayStation 3 диск. Тоже, чтобы был хорош, в хорошем состоянии с мануальчиком. Ох, нифига себе, тут даже еще какой-то вкладыш есть. Вот такой вот. Так. Мануальчик. Вот что самое интересное, футбик, блядь, а мануальчик тут цветной. Ну, хрен для меня вот. Неинтересно. Самое интересное, в коробочке лежит еще. Что ж, давайте достаем священный грааль с этой коробки. Ох, ни хрена, он тяжеленный. Тяжеленная на 7 килограмм, блядь, не уронить бы как. Так, камеру вот так вот поставим, чтоб... Так. Блядь, не поломать бы ничего. Так, это пока пускай стоит, самое главное еще осталось впереди. Посмотрим, пока не самое главное. Так, Sony PlayStation, бананчики. Ну, видать, еще комплектные, оригинальные. Инструкция у нас. Вот где вот кабель? Говорит, кабель у нас
Ох ты, блядь! Нихуя себе! А вот этого я даже не видел в объявлении. Охуеть, блядь! Нихуяшечки себе! Охуеть! Смотрите, смотрите, гарантия! Гарантийный талон! Бля! Бля! Сука! Правда, он весь выцвел. Сейчас попробую разглядеть, что же там, какое число. Сейчас я разгляжу и скажу вам. Блять, ребят, тут не могу разглядеть. Просто этот чек весь выцвел. Мне интересно, цена ее. Я знаю, что она, цена охеренная была. А нет, что-то вот вижу, что-то... То ли 19, то ли... Блять, не вижу, ребят. Потом попробую сфоткать. Может, так что-то можно будет разглядеть. Ну, вот самое, что главное, разглядел 29.04.07, дата покупки, номер чека. Дата покупки, 7-й год. Вот такой вот, ребята, гарантийный талончик. Это вообще пиздец. Надо его в пакетик положить, блин, потом будет. Так, это что у нас получается? Серийный номер. Да. Вот такая инструкция. Sony PlayStation 3. Черно-белая. Ребят, хорошо помню, у меня такая же была. Одна черно-белая и одна цветная. Ну вот так давайте пролистаем ее. Блять, ребята, весь телефон, экран слюнами забрызгал, когда увидел гарантийный талон с чеком, блять. Продавец даже об этом ничего не сказал, даже не сфоткал, блядь. Я даже не знал об этом. Вот такой вот рекламный буклетик. PlayStation 3. Хотите использовать все возможности системы PlayStation 3? Да, конечно, хотим. Самое главное, сейчас включим и вообще узнаем, сможем мы использовать ее возможности или нет. И вот такая, ребята, краткий справочник PlayStation 3. Давай фокусируйся. Должен быть в цветном варианте, да? Наблюдаем цветной вариантик такой. Ну, здесь ничего интересного такого, особого нету. Да. Так, коробочка, блядь, пустая. Давайте сейчас как-нибудь сядем поудобнее, чтобы разглядеть приставочку со всех сторон, так сказать. Ну вот, ребята, вот такая вот приставочка у нас, PlayStation 3. Наблюдаем, что имеются царапки, повреждения, ну, сказать. Не знаю, уберутся они полировочкой, нет, если их пропалирнуть так аккуратненько. Кнопочки должны быть сенсорные, по своей помню. Вот этот логотип PlayStation должен поворачиваться, крутиться. И вот самое главное, ребята, фишка этой приставки. Слот для карт памяти. Круто, да? Здесь все автоматически. Диск выезжает, диск заезжает. Кстати, может, там еще и внутри какой-нибудь диск есть. Мы же об этом не знаем. Вот все 4 разъемчика USB. Наблюдаем, что логотип, блять, отсвечивает. Логотип Wi-Fi есть. Вот такая, ребята, охеренная приставка. Так, Sony PlayStation 3, Sony Corporation, 50-60 Гц. Моделька, ребята, моделька совпадает. Madden Engine MTK, Wi-Fi стерео. Так, у нас же где-то должен вставляться. Подождите, мы еще на той стороне дошли. Давайте на эту сторону. Так, штрих-код, HDMI. Так, кабель интернета, AV-мульти, вкл-выкл и разъемчик для питания.
Так, где у нас гарантийная пломба-то? Как она вообще разбирается? Я даже без понятия, что ее не разбирал, даже не знаю. Так. При извлечении жесткого диска снимите крышку. А вот гарантийная пломба, ребята, приставка еще не разбиралась, то бишь, значит, не чистилась. И вообще хер. Че? Не понял, что такое? Ах ты, блядь, крышка. Может, крышка-то и снималась. Хер знает, что-то она как-то легко двигается. Так. Вскрываем. Так, как она достается? Блять, мне кажется, или что-то там есть? В объявлении про жесткий диск ничего не было указано. Пошел я, ребята, за отверткой. Взял отверточку. Блять, ребят, хуй знает. Мне кажется, что там что-то есть. Но по состоянию болта он еще канолевый. То бишь краска не сбита. Если бы откручивали, мне кажется, она была бы сбита. Хотя болтик откручивается без щелчка. Это говорит о том, что уже откручивали. Я так думаю. Ну, давайте посмотрим. Так. Охуеть. Охуеть, ребята. Да хуя плюшек. Что-то мне кажется, что с этой приставкой не так. За такую цену диск. Ну, имеется с игрой. Плюс еще жесткий диск. На 60 гигабайт хотя бы. Стоп. Диск на 60 гигабайт. Блять, она что, получается, диск на 60 гигабайт родной, что ли, получается, так? Что-то я не догоняю. Я вот не помню на своей PlayStation, что у меня был там, где за диск. Я вообще думал так же, что здесь 60 гигабайт, как бы, так сказать, встроенных, как на Super Slim. Или здесь получается отдельный диск на 60 гигабайт идет. Свой. Либо 60 гигабайт диск, либо еще встроенный 60 гигабайт. Ребят, напишите мне в комментариях. Я буду очень благодарен. Вот такие пироги. Ну что ж, ребят, вроде все разглядели со всех сторон. Сейчас я сделаю, так сказать, подсъемчик, фоточек нащелкаю, чтобы вам было более конкретно и интересно, потом разглядеть все. И перейдем к тесту, узнаем вообще, запускается она или нет. Так, ну что ж, ребят, как вы увидели, подсъемчики, там сказать, фоточки, все дела, что я приставочку чуть-чуть протер влажными салфеточками. Сейчас, значит, все устанавливаем, так сказать, на место. Так, все на место установили. Прикручиваем все. Надеюсь, ребята, что все будет работать. И, блядь, чуть не уронил.
и будем включать, так сказать, тестить. Так, все. Закрываем. Все, закрыли. Так, устанавливаем приставочку. Сейчас все установлю. Все с вами. Сам подключу и потом первое же включение попытаюсь сделать при вас. Фу, блядь, ребята, аж мандраж. Ну, вот как видим, что подключил. Все, Илюха, не беспокойся. Твой кабель целости и сохранности. Индикатор пока не горит. Вот вилочка. Сейчас аккуратненько подрубаем вот сюда. Как бы мне так сделать, чтобы было видно вам, где у нас индикаторы. Вот. Так. И давайте втыкаем. Так. Красное что-то загорелось. Так. Не аж мандраж. Запустится она или нет, или у нее желтый огонь смерти, или красный там какой-то огонь смерти. Блять, почему ты не наблюдаешь, Димай 3. Ну давайте включаем пальчиком. Во! Запустилась! Пока так. HDMI 3. Так, заебись! Работает! Работает. Ну все, ребят. За имбирь. PlayStation 3 FAT комбайн работает. Сейчас, значит, все. Я пока закругляюсь. Ну, естественно, все обновляю. Все на русский язык. Все игрушки для тестов устанавливаю. Тестим и потом продолжаем видос. Продолжаем видос, ребята, потом. Давайте, не прощаемся. Так, не прощаюсь, забыл. Самое главное, это что сделать? Нажать на эту кнопочку, вдруг там что-нибудь есть внутри. Охуеть! Еще один бонус. Tekken 6. Сука. Ну не может же так вести, блядь. Где-то я что-то, видать, не придется кому-то что-то отдать за такое везение. Два диска на халяву. И еще, как я понимаю, ну может догадываюсь, жесткий диск на 60 гигабайт. Не знаю, шел ли он в комплекте или в приставке есть самой вшитый, так сказать, внутри жесткий диск на 60 гигабайт. Плюс еще этот на 60 гигабайт. Ребят, не знаю, кто знает, пишите мне в комментариях. Всем привет, ребят! Продолжаем наш тестик на PlayStation 3 паточку, ребята. И сегодня у нас получается 16 октября, воскресенье. Ребята, вот приобрел такой кабель. Ну, скорее всего, не я приобрел, а Илюха. На барахолочке за 150 рублей. Такой круг, типа с круглой вилочкой под оригинал. Его ж не оригинальный кабель, ребята, я отдал ему. Сейчас будем продолжать тест на этом кабеле. Но самое главное, что хочу сказать, так сказать, с чеком. Чек я сфоткал, там с тенями поигрался. И первая цена, ребята, на чеке 21 там 900. Это сама цена за консольку. Да, так, в 2007 году была. Плюс там идет каких-то 3 дополнительных допа. Плохо видно, там по косарю с лишним. То бишь, там может джойстик, либо 2 диска. Ну, типа такого. И окончательная цена там, ребята, получается 26 800 в 2007 году, ребята. Кто-то приобрел эту приставочку за 26 800, если я не ошибаюсь, по чеку. Ну, ребята, фотография с чеком будет вставлена. Ставим на паузу и всматриваемся и читаем. Надеюсь, все будет видно. Сейчас мы распакуем этот кабель. Даже не знаю, какой он длины. Давайте померяем его. Что еще хочу сказать, ребят. В начале видоса я обещал, что будем тестить диск от PlayStation 1 Геркулес и диск от PlayStation 2 Бог войны. Ну,
как сказать, правильно это выразиться, потестил приставочку, поиграл, и Геркулес оказался, у него оказалась не такая эпичная, эффектная заставка. Так что решил поменять другой дисочек. А думаю, бог войны на PlayStation 2 тестить смысла нету, когда у нас там в комплекте был диск под PlayStation 3, бог войны 3. Так что тоже сейчас какой-нибудь дисочек на PlayStation 2 подберу, чтобы заставочка была более-менее эффектная, и будем тестить. Ну, естественно, и заключительный тест будет, это один из нас. Вот такой, ребята, кобелек. Он выглядит довольно хорошо, даже, возможно, что новый. Потому что Илюха приобрел его на барахолке за 150 рублей. Но это, сразу скажу, не оригинал. Так, по метражу у нас он метр. Так, метр есть. Ну, около 2 метров. Думаю, нормально пойдет. Естественно, потом взамен этому буду искать оригинальный кабель. А пока буду пользоваться этим. Сейчас, ребятки, подключаемся к телеку, все устанавливаем и продолжаем тест. Ну что ж, ребят, подключили приставочку. Телеку видим HDMI 3. Самое главное в двух словах сейчас. Наблюдаем джойстик Siaxis родной, который, ребята, который шел в комплекте, он полностью рабочий. Джойстик Siaxis DualShock, ребята, он наполовину, так сказать, раздраконенный, разъебанный. Короче, у него не работает Siaxis и вибрация не работает. Сразу могу сказать, не пишите в комментариях, что надо включить в настройках приставки. Это, ребята, я все включил и все затестил. Ничего не работает. Самое главное, ребят, смотрите, что я еще заметил. Вот этот джойстик Siaxis, который шел в приставке в комплекте. Здесь наблюдаем, смотрите, какая этикетка, какая наклейка. Так, вот здесь же мы что наблюдаем? Это два джойстика, которые, ребята, шли от PlayStation 3 Slim'ки. Super Slim, которые шли в комплекте. Здесь мы наблюдаем, что, видите, опять этикетки разные. То бишь, получается, джойстик от PlayStation 3 фатки с обратной связью, которая вот такая здесь наклеечка. И наблюдаем здесь тоже такая же наклеечка, джойстик от PlayStation 3 Super Slim. То бишь, ребята, наклейки одинаковые. То бишь, получается, что вот этот джойстик шел в комплекте с приставкой Super Slim PlayStation 3. Что я сказал в предыдущем видео, ошибся, ребята. Вот этот шел джойстик вот с такой черной наклейкой, без всяких там Velarios надписи. Он шел в комплекте, получается. Но это не суть важная. Все, про это можно забыть. Сейчас у нас идет тест PlayStation 3 FAT. Все-таки определился с играми и решил, тест будем производить вот с такими игрушками. PlayStation 1 лицензия Road Rush. PlayStation 2 лицензия игрушка Black, черный. Black, ну так называется Black. И который дисочек шел вместе с приставочкой God of War, Бог войны, третья часть. И напоследок, ребята, самая вкусняшка, один из нас. Это дисочек Жорин специально взял для теста, чтобы затестить, вам показать. Все краски от PlayStation 3. Ребята, этот дисочек уже, эта игрушка вышла на закате PlayStation 3. Так же сказать, все соки выжимала из PlayStation старушки 3 нашей. Ну и все. Сейчас что? Что мы сейчас? Естественно, подключили через новый кабель. Все работает. Включаем заветный тумблер сзади. Так, где он? Чик, включили. Индикатор загорелся. Ребята, сразу скажу, PlayStation 3 звук подключен, ну, пойдет через ресивер и через колоночки. Просто слушал музон, думаю, а что бы и нет, не затестить звучок на колоночках. Давайте, ребята, включаем и погнали дальше. Ну что, включаем приставку. Здесь, ребята, повторяюсь, сенсорные кнопочки надо только коснуться. И наблюдаем в правом верхнем углу, ребята, что потом уже когда тестил, обратил внимание, заметил. Приставочка у нас сломанная. RE
И, блядь, заживал опять. Не забыл, короче. Приставка, ребята, сломана, то есть прошитая. Вот думаю, не знаю. Либо оставить так, либо подключиться к интернету и скачать лицензионную, так сказать, прошивку, лицензионную программку. Не знаю, ребят. Еще пока в раздумье, без понятия, что сделать и как, что лучше оставить. Ну, надеюсь, вы лучше меня знаете. Напишите мне в комментариях, что лучше. Оставить пиратскую прошивку или оставить лицензионную прошивку. Как для меня, я в игрушки не собираюсь играть пиратски, ну там закачивать на флешку, заливать на приставку, а буду играть с диска. Как для меня, мне лучше кажется, что все-таки лучшая лицензия. Включаем приставочку. И первый у нас дисочек, ребят, будет. Так, давайте как-нибудь поудобнее положим. Первый дисочек, ребята, Road Rash Classic PlayStation 1. Так, достаем. Видим, что дисочек лицензионный. Вставляем и погнали, погнали. Так, так, так. Пультик надо взять. Автоматом все загружается, потому что там в настройках стоит, ну, включать диск автоматически. Как видим, что приставочка у нас уже на русском языке, полазил там все. И вот такая заставочка, вот PlayStation, фирменная заставочка, огненная. Сейчас будет motion видео, ребят, смотрим, ценим. Повторяюсь, звук будет выходить через колонки. Electronic Arts. А чуток погромче можно сделать. Давайте глянем заставочку, а потом затестим игрушку. Что-то тихо. Ребята, комбайн читает PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Sony, почему? Sony, почему? Почему PlayStation 4 читает только диски от 4 и все? PlayStation 5 читает диски только 4 и 5. Почему бы PlayStation 5 не сделать? Чтобы она читала первую, вторую, третью, четвертую, естественно, пятую. Ребята, кто со мной согласен, давайте ставим лайкос, пишем свои комментарии, делимся впечатлениями. Так, сейчас, значит, выберем самую такую более красивую трассу, как для меня, вот какая самая более красивая трасса, это с Олежкой, с Оленем, то бишь, выбираем, сейчас прокатимся чуток и все, сразу зацените. Опять у нас motion video, заставочка. Где вот motion video? Огненные заставки, как раньше были. Загрузочка игры идет. Да, кстати, что хочу сказать, ребят. Приставочку я пропылесосил полностью. Всю ее почистил, влажными салфетками протер. А пылесосил не разбирал, сразу скажу. Просто где есть вентиляционное отверстие с помощью
помощью пылесосика пропылесосил. Да, погнали. Ну давайте с трассы до конца доедем. Раз мы... А, вторые уже, только что первые были. Догоняй его, давай, догоняй. Первый. Финиш, финиш, где финиш? Вот финиш. Сейчас будет моушен видео заставочка. Посмотрим. Победа! Вот такая вот, ребятка, игрулька была замечательная. Сейчас, значит, выйти из игры, да, выходим. Достаем десочек. Десочек достаем. Так.
И следующий у нас, ребята, дисочек от PlayStation 2 Black. Игрушка под названием Black, черный. Тоже, ребят, лицензия. Диск формата PlayStation 2 запустился сразу же. И что она сейчас выдаст? Что-то крутит, что-то кряхтит. PlayStation 2. PlayStation. Нажмите кнопку PS. Нажали. Блять, ну нравится, ребят, мне этот комбайн нравится. Читает три приставки. Можно в старые игры играть на новом телеке. Ну, на новом. На современном. Так, 60 Гц ставим. Electronic Arts. Это, ребята, сразу же стрелялочка. Культовая стрелялочка на PlayStation 2. Нажмите старт. Electronic Arts представляет. Ну сейчас не до тролли будете, надо как-то их пропустить. А, наверное, нифига не пропускаются. Black, черный. Черный, черный, черный. Давайте, ребят, скорее всего, надо видосик на паузу поставим и продолжим как потом, когда роли пройдут. Так, роли прошли, и сразу же motion видео заставочка. Смотрим. Любуемся, наслаждаемся. Сразу скажу, поставим на легкий уровень, потому что у нас, ребята, тест приставочки, а не прохождение игры. Вступление тоже motion видео на английском. Keller J, Sergeant First Class, Serial Number 717-8412. Iran, Guatemala, Colombia, Croatia. Very impressive. I know what you're trying to do, sir. It ain't gonna work. No, Sergeant Keller. You don't know what I'm trying to do. I'm here to clean up this mess. If you cooperate. If I walk out that door, everything you did will be declassified. You will be convicted. You will be discharged. You will spend the rest of your life in prison. Very well, Sergeant. Have it your way. Wait. What do you want me to do? Tell me everything you know about Seventh Wave. Weapons dealers. Heavy hitters dealing mostly in high-spec, former Eastern Bloc hardware. Clients began to include terror cells. Seventh Wave was escalated to priority status after they took out 9 agency spooks. Coordinated executions. Division wanted Seventh Wave taken out with extreme prejudice. Intel zeroed in on 3 possible targets. Valencia was the boss. Rubin and Yevtushenko were the muscle. 3 teams were tasked with Overwatch until it was time to take them out. I had one of those teams. Intel suspected the Brits, Chinese, and Israelis had teams in the area. Everyone was after these guys. Who was the fourth man? Gunfire. Didn't think much of him at the time. What went wrong? We got made. Oh,
хорош, хорош, давайте закругляйтесь. Кто там раскурился, сидит, курит, блядь. Наконец-то загрузочка пошла. Гильзы полетели. Ребята, раз гильзы летят, что-то вспомнил по инциденту в Украине. Ну, пока не знаю, насколько это затянется, но надеюсь, что все обойдется. Сегодня у нас, повторяю, 16 октября. Давай, давай, Black, черный. Чуть-чуть потише надо сделать, тот долбит по ушам. Так, открыть дверь. А как открыть ее? О, открыли. Flag 1, this is Hammerhead 16, tagged by the Streetsburg group to the north. We're circling around to find out who we are. Слишком громко, потише надо еще. Ух ты! Сдохни, падла! Как это нахуй? Так, или заряд тоже. Мочилова, пошло Мочилова. Black, черный на PlayStation 2. Сейчас, что значит? Достаем дисочек. Дисочек, давай, давай, доставайся. Как видим, что все летает без проблем. Все загружается. Приставочка комбайн от PlayStation 3. Все отрабатывает на ура. Так, ребята, следующий у нас диск от PlayStation 3 God of War. Третья часть. И, ребята, что я хочу сказать? Надеюсь, мой друг Иван, который недавно купил, ну как недавно, где-то с полгода побольше, PlayStation 5. И он говорит, бог войны, это, говорит, God of War 4. Вот он такую игру играл, говорит, это, говорит, охеренная вещь. Я ему говорю, ты ошибаешься, вот это говно, бог войны. Самый лучший Боги войны, то бишь части 1, 2, 3, это от PlayStation на 2 и 3, по 1, по 2 часть.
Я надеюсь, он досмотрит этот видосик до этого момента и заценит, оценит, так сказать, ребята. А вы пишите мне в комментариях, у кого какое мнение. Для меня самый лучший бог войны — это первая, вторая, третья часть. А вот это говно. Это, ребят, повторяюсь, это мое мнение. God of War, бог войны, Platinum, лицензия. Этот, ребята, дисочек был в комплекте, продавался с приставочкой. PlayStation. Давай, PlayStation, включайся. God of War, третья часть. год. Sony Corporation. 10 год. Я сейчас 22-й. 12 лет прошло. Sony Computer Entertainment представляет. Ну. Вот такая у нас заставочка. С кругляшочками. С треугольничками. Так, игруля у нас на русском языке должна быть, если не ошибаюсь. Да, Sony Computer. Sony Computer. Прежде чем Греции, да, стали темные века, отважный смертный стал равным светлым богам. Так что, Иван, дружище, посмотри этот видос до этого момента и оцени, какой бог войны лучше. Я же говорю, что бог войны самый лучший — это первая, вторая, третья часть. А четвертая тоже не бог войны, это что-то уже просто бродилка. Типа бога войны. Так что смотри и вкуси, что такое бог войны. Легенда Кратос решил всех завалил, блядь.
Так, новая игра. Так, поставим полегче, потому что тест приставки без игры. Смотрим заставочку перед игрой. Моя месть свершилась. Великую победу и положили начало царствию богов Олимпа. Олимп зиждется на подземном мире. У корней его течет река душ. Олимп появился из бездны хаоса. Он рос, а вместе с ним росла и наша мощь. Мы создали мир процветания. Мир благоденствия, мир живущих в довольстве в тени моей горы. Горы, которая стала олицетворением абсолютной силы и могущества. И вот настал день, когда нам был брошен вызов. Смертный Кратос желает уничтожить все, что было создано. Братья, забудем о тех обидах, что так долго разделяли нас. Мы объединимся против дерзкого смертного. И я сотру его с лица земли. Олимп и будет вечно. Thank you.
игры. Так что, Иван, зацени эту игру, и ты поменяешь свое мнение, где настоящий бог войны. Так, дальше у нас, что у нас дальше? Дальше. Дальше надо диск достать, вот что дальше. Достаем дисочек. И дальше, ребята, у нас один из нас, Жорик. Огромное тебе спасибо за предоставленные диски для теста. Вставляем. Так. Один из нас. Повторяюсь, ребят, эта игрушка вышла на закате PlayStation 3. Так что она, скажет, все соки выжила из PlayStation 3. Вот такие пироги. И скажу, что могу сказать, игрушка довольно интересна. Даже на данный момент вышло переиздание для PlayStation 5 первой части «Один из нас». Сейчас у нас идет за... Идет загрузочка, один из нас. Приставочка на данный момент что у нас выдает? Выдает, пока ничего не выдает. В плане вентиляторов, я имею в виду, как бы вентиляторы работают, шумок большой присутствует, но такого критичного я ничего пока не наблюдаю. Sony Computer Entertainment представляет Huggy Docks. Нажмите кнопку старт. Нажимаем. Новая игра. Опять низкий сделаем. Без сохранения. Отменить операцию сохранения. Да. Да, без сохранения. Нам нужна только заставочка, предисловие игры. И посмотрим. И помчимся к следующим видосам. Пили следующие видосы. Ну, это уже будет дальше, ребята. Сейчас вот последнюю игрульку затестим, заценим. И будем выключаться. Сейчас ждем, пока идет загрузочка. Пока, наверное, грузится, ничего интересного, можно видосик на паузу поставить. Появилась надпись «Загрузка». Надеюсь, что еще недолго ждать. Но... Чё? Наконец-то. Huggy Docks. Томми, послушай, он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. С днем рождения тебя.
У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? А что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Так, Игрулька, еще раз повторяюсь, выжила все соки с PlayStation 3, но на данный момент приставка работает, так сказать, довольно тихо. Вентилятор шумит, ну, слышно его, да, но на взлет она пока не идет. Спи, котенок. Пойдем найдем папу. В чем там дело? Папа? Папа, ты где? Папочка? Так, вниз надо идти, если не ошибаюсь. О, началось. Что это было? Тоже у него стоят. Так, здесь куб, телефон. Его телефон. А, вон телефон. Восемь звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Позвони мне, позвони. Ну и что, дальше-то куда? Вот и папаня. Наконец-то. Сара. Ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. А мы подойдем. Ты меня пугаешь. Что случилось? Это куксы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Ох, бля. Джерри! Папа! А что ты рухнул, Джерри? Мочи, сам пока. Блять, уже напряжение держится. Игрушка старая, но напряжение. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми. Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Сразу, брат. Да. Можешь сказать, что случилось? Давай. Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Да, вылети отсюда.
75. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их раскрасали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это фирма Луис. Надеюсь, он успел нести много. Уверен, что да. А вы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешним. Мы разве поэт... Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто... Давай остановимся. Ты что это делаешь? Офигеть, подбери. С нами тоже. Здесь разве место? Не смей на нас делать. Не вздумайте! Не захотел. Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Let's go!
покинем землю. Почти пришли. Нахуя? Почти бежит. Хотел посмотреть потом. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй! Нам нужна помощь! Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Том? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... А, черт. Завалил девчулю. Не надо. Мозги выкинули. Дядя Томми пришел. Дядя Томми пришел. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю тебя, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи, прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня. Один из нас. Вот, ребят. Официальное число жертв превысило. Вот такая вот игрушка, один из нас, было такое трогательное, эпичное вступление. Вот и все. Кто слушал, молодец. Настоящий огурец. Вот, ребят, было, но прошло. Так, что у нас было? Была вот такая распаковочка на тему PlayStation FAT 3. Кому понравилось, ставим лайкосики. Кому не понравилось, ставим дизлайкосики. Естественно, давайте делитесь комментарием. И давайте обживем это дело. Всем пока. Надеюсь, что видосы будут выходить. Ну, пока еще обстановка на Украине неизвестна. Пока мы здесь, пока я здесь. Пока повестку не получил еще, пока не вручили. Ну, надеюсь, что обойдется, ребята. Давайте. Всем пока, до новых встреч, ждем новых видосов.